Если в дате рождения этого человека мало любых единиц, у владельца имени смещаются творческие качества. Бывает, что и очень сильно. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером, самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Главное для таких людей помнить, что Солнце, безусловно, центр нашей Солнечной системы, но отнюдь не центр Вселенной. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Этому имени свойственно иметь свое собственное мнение по любым вопросам и максимально его проявлять, не придерживаясь при этом никаких фирменных шаблонов. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.